Каждый день, блядь, у меня все, голда просаткана. Заебись, меня выкинет сейчас. Стой, стой, стой. А как нам это назад вернуться в пачку? Может, мы в рейде, наркоман. А у нас КД повесится, ёб твою мать. Короче, начинается, да, колхозе утро, блядь, как обычно. Подождите, сейчас все будет заебись, нас не выкинет просто. Короче, не видел, блядь, что вчера было. Позавчера, да, это вообще был просто. Че, в РБК пиздец был? А я пошел, а я, короче, пошел, блядь, с этими солчатами в РБК, нахуй. Так я дамажил, блядь, как они все вместе, нахуй, и то они меня не догоняли, блядь. Ебал я такие рейды, я, блядь, сука, думал, все стрелы потрачу, сука, на одну РБК, ебучин. Я стрельщик, я тебе так высылаю каждый день, не надо тут. Ну да, да, Равен, кстати, спасибо большое. Во, заходите обратно, все заебись. Блядь, я уже давно тут. Так меня выкинуло там? Выкинуло, я вышла просто. Во, блядь, Равена надо было одевать в медведя, был бы вон танк хоть нормальный, адекватный. Блядь. Пришел бы такой, блядь, сел на свою жопу жирную, блядь, в 100к хп, нахуй, сидел бы, блядь. Вон, неистовство. Не у меня. Я. У Лимона. Ну, пацан неопытный, нахуй, за ретро. Да. Привык танчить, блядь. Уже не в танке. Ты, кстати, вообще играл ретриком так? Дамажил? Сколько дамажил? 17-6. Типа лучше, да? Ну, как лучше. В рейде, наверное, в этих дарках. Вместе на 5-м, на 7-м, если там магов вара брать. Там топ-ретрик 17-200 давал. Я давал 16-800, 17-200 примерно так. А, кстати, ретрики, блядь, на циркуле что-то вообще ни о чем, блядь. Ну, блядь, пусть, там еще больше давали, там 22, может, потом, блядь. У меня даже есть где-то скрин, нахуй, когда я, нахуй, в 6.1 ретрике, блядь, 18к на гниломорде ебашу. Когда там печать баганая была в руку, нахуй. Улё. О, мультик. Шо? И шо? Шо по слизням, Лимон? Шо по духам, мультик? Всё в порядке, контролирую. Не знаю, я, блядь, вот сегодня видел по слизням, блядь, нахуй, как, блядь, Кубер собрался, нахуй, Каз бить, нахуй. Я тебе говорю, он с ноги хотел его уебать, блядь. Ты Каз сбивал, блядь, подпишем. Слизнище ебаный, нахуй, ты на кого, блядь? Ты нацелился, блядь. В натуре, блядь, гладиатор, блядь. Я, блядь, глад, а ты голимый слизни, я тебя сейчас въебу. Кого вторгнет, блядь? Хватит мешать. Всё. Клуберс, кстати, посмотри видос, слышишь? Тут есть. Сунёк. Типа топовый рог. Видос 35. Есть, Клуберса нет. Ну ты посмотри там. Марм вот это? Я знаю, да. Такой Марм. Он играет. Он не только за рог играет, он за мага играет, за Африка. Я знаю, у меня его канал висит уже года 3. Сохранён так, закладка. Ух, он, конечно, мы сегодня. Правда, Юля сейчас опять там, наверное, уже наушники отключил. Я знаю. Марм, да, да, есть получше. Есть лучшие роги. Лучший рога на 3-3-5 был, это тот, который играл с Гидрой, когда Атеот был в самом рассвете своем. Когда такие, как Хомер Джей, вообще там даже в топ-10 не попадали. Когда там челики посильнее играли. Там, я не помню, Ник Роги, он играл потом в РМТ, короче, с Райку он играл. Это чувак Райку, который, блядь, X4, победитель Близкона, они на Дреноре играли, короче. Топ-1 на РМТ были на Офе. Дай крест. Крест? Сегодня говорю, блядь, Клуберсу, нахуй, что, блин, блядь, R1, нахуй, Blade and Soul, блядь, он охуел. А, да, был, да. Так, и керосин с ним, R1, там 60 топар. Только там это, только там, блядь, нахуй, играть 150 раз сложнее, чем там волк. Же, да, там же шпарные, типа, есть. А ну, там типа, они бьются по-другому, бьются. Да, типа, по они очереди, один, да, на один знаю. Ебашатся, он раз резко меняется, типа. Да, да, я знаю, я знаю. А мне кулачок дадите вообще? Я плохо. Бой, что-то ты тоже как-то? Бой тоже как-то?
А. Да мы как два лоха, блядь, нахуй с каской ебашим. А теперь дайте нам каску. А то мы все равно. Клуберс такой, нахуй. Говорит, я, блядь. Кто там это плюется? Тухлопорт или тухлопус или гнилопорт? Такой. Говорит, я ему дыши не даю, а он говорит, а он все равно плюется. Что-то говорит неправильно, когда ваши, блядь, пещеры работают. Говорит, что за хуйня, я ему кость сбиваю, а он не сбивается, блядь. Не, говорит, не нравятся ты такие рейды. Кстати, Клубер, говорит, тоже устает на арене, пиздец. Да, понятно. Тухломорт, блядь. У, сука. Ой, это босс? Я, блядь, даже не вижу, что это босс. Я боешку подмотал, ну как подмотал, купил у Тохи. За один. Ой, купил, блядь, за что? За вот это, как ты зашел. Нет, за 1к, ебать. Я ему просто писал минут 20. Я ему писал минут, он такой, блядь, ее ж надо в ГБ положить. Я говорю, ты что гонишь, давай я у тебя ее куплю. А он потом пошел АФК. А я думал, он морозится, я ему зафлопил СЛС. За 1к, короче, купил. А хуй его знает, я, блядь, к концу лета Рамину вообще буду должен миллион нахуй. С такими успехами. Он тебе фрэнрашит? Нет, он мне каждый день высылает по одной штучке из вечера. Блядь, а ты можешь мне по одному лину высылать каждый день? Прав, слышишь? Зато, Райан, ты всегда знаешь, что стрелок твоим услугам. Робин Гуд, блядь. Стал сильнее на целый один итем левел, нахуй, сегодня. Только я уже полгода, сука, 250. А я на 2 стал. В натуре, Юль, ты, блядь, как изначально, считай, взяла себе этот этим левел, так и сидит. А что ты, короче, мы были на БГ, ты писал какой-то оранжевый там левел, блядь, что это? Блядь, это нахуй, блядь, вар какой-то 277, у него прям пишет оранжевым. Оранжевым? Нихуя себе. Да. А тупой из тупых, блядь, да, тупой. Да. Нихуя себе, в чём он один 277, блядь? Кстати, кто зашел? Угадайте, что зашел что? К нам покушать. Приятного. Спасибо. Всегда со слизняком еще подерись нахуй. В дуэль, да. Кинем дуэль, блядь. Пиздец, да, так легко завтра убить. Не, это просто слизень с 4к, понял? Ты пока только 3к, а он 4. Его шансы нихуя. Походу, да, пока шансов, да. Да я за сумони там, блядь, ТСГ, ебать. В ТСГ ебалы набью. Не-не-не, он вас все равно шотнет, типа ему похуй, сколько ты. Он как это, как на катаклизме маг, да? Убивает их один. Да, да, с двух спелов, в смысле один, не один, а с двух спелов, блядь. Один с одного спела, чтобы точно, да? Ну ты помнишь, короче, я тебе вам видос скидывал? Жека точно его видел. Ну когда он в Арсу играл, маг этот, который, блядь, 1-2 играл на офе, на арене. И посмотри, знаешь, где на этом видосе? Открой 7.50 для. Вы РБК все прошли, мне короче. Короче, пацаны, хотите, я вам скину видос, где чувак в линейке, блядь, один, сука, против 30-х хуярится. Вот это, вот это, блядь, вот это, блядь, видос. Это, блядь, вот это сила. Это как Линда, блядь, 5 против. 40, блять. Не смотрели на офиде? Что это, фильм? Не, муви. Клиндо, короче, 5-5 гладиаторы, короче, против Рейда. Они всех угандошили там. Пятером. Нормально. Можешь просто набрать Клиндо. А, я сейчас скину хули там. Клиндо VS Game Over, ебать, да? Вот, по-моему, это видео сейчас чекну. Это сагрел этот моб, он побежал туда. Я не знаю, слышишь, постелить. Ты вот этого Марума кидал. Как ник, скажи мне, уроги, который с Гидрой играл, еще на АТ, блядь, на старом, когда там, как ник был? Бля, он на офе еще с Райку арену, ебаный в рот. Флан, блин. Флин? Нет, это маг вроде. А я не помню уж. Не знаю. Мирлол, я вспомнил.
А, вот, да, точно. Мирлол. Как-то так. Да, тоже да, он еще круче играл. А, это на одном уровне они, короче. Ну, Мирлол играл с ВРМП с этим. Марм. Нет, Мирлол, по-моему. Нет, Марм, я тебе точно говорю. Нет, блядь. Да. Нет. Спорим, не Марм? 100% не Марм. Может, не Мирлол, но точно не Марм. Как-то так, по-моему. Ну, блин, да. Ну, блядь, я точно знаю, что у Гидры был самый сильный маг на тот момент. Это, типа, вообще очень жестко. Гидры? Да, 3 на 3, РМП это самый сильный маг. У него и Джокер был когда-то. Это русский маг. Вот. Это Кент Фритейр, ну, Фритейруса. А. Ну, это, типа, я так понимаю, друган. Он играл, вот эти, когда там всякие клонярики играли, вот эти вары, понял? В те времена, типа, тоже он Джокер, вот он играл в РМП как раз-таки с Гидрой одно время. Да с Гидрой, и, блядь, и Рэкфул этот играл, короче. Рэкфул играл, реально? Да. Не знаю об этом. Сейчас я постараюсь найти. Я взял. Я изначалку тоже взял. И утонули. Угу. Пойду по дуэли, что ли? Клаку посмотрю. Ну, что собрать, собирать уже две болтушки. Блин, не все равно. Кто знает, я бы думаю, этого рога, который ты видос кинул, вообще бы на изи укатал бы на арене. Кто? Я. Ни о чем какой-то. Марм? Сапы какие-то фуловые. Сапы валяют. Садняк, ты посмотри, ты мне, я тебе говорю, как он сам дает, это вообще, блядь, нереально. Блядь. ДЦ мага, блядь, развалили, блядь, такое чувство, что там два бомжа, блядь, играют. Боюсь народу сейчас. У меня прока Т4 на третьем месте по урону. Так тут Т4, бля, это будет вообще жестко. Ретрик. Да, но и сейчас будет, а будет или там прокси. Что, сейчас хуёво? Вот, короче, есть. Слышишь, Рамиль, есть, короче, этот Райку на 3Т5 играет с Мирлолом и с этим смехом, понял? Вот этот мех ХХ, который Брист. Тоже типа там ДЦшник. Там, я не знаю, блядь. Сука, 42-го года за ДЦ играет, блядь. Бля, ты просто можешь гидры 5 какой-нибудь, гидры 7 открыть или 9-е. А там по-любому. Да, он и. Я вижу, тут есть, он и с Мармом вот есть, играет. Вот я следующий же говорю, играет. Он с Мармом играл. Гидра, Райку, Мирлол, вот они играют. А, Мирлол тоже? Я вообще не знал. Да. Против Хуны вот они играют, РМП на РМП. Я не знаю, кто такой Хуна, но я пару раз видел чисто так мувик его в Ютубе. А так я хозяин-то. Да, я тоже не знаю, Хуну не знаю. У меня в кулаке вообще никого нет, не с кем попиздить. Такое все неинтересно. БГ шарем. Так там мне хоть делать на самом деле на БГ тут. Бля, я смотрю, сейчас на Вармине на это очень популярно, да? На этой хуйне не играть, скажи мне, блядь. На БК есть там БК на Вармине? Да, есть. Что-то там прям вроде есть. Бля, хуй знает. БК, БК это, блядь, сервер рогов. Хантов, чего? Там пэты, это там пэты, я знаю, там ебушь. Там роги, сервер рог, это же элитарный. И всех тех, у кого есть пэты. Типа Луки там тоже норм. Ну, может быть. Я на БК мало играл, я как раз успел подходить до БК. Кто не жмёт, или ты чё там, где? Три осколка грёз ты забраться сюда. Три. Я крутой? Что, тебе надо, что ли, эти мапы, да? А чё, вы в Каражан пошли, что ли? А, Кузня Крови.
А вы, у вас нет КД на этот гробницы маны? Не, нету. Блин, мне, короче, надо по квесту туда сгонять. Третий фрагмент ключа, типа. Если возьмете сейчас на один инст, это будет вообще охуенно. Вот тогда чисто зарегать, короче. Я могу уступить. Да? О, охуенно. Я тогда вас подожду, сейчас просто по дуэли здесь дадут дуратаре. Вон холи пал как раз висовый, сейчас не поебашься. Вот, короче, или... есть видос. Марм играет на Ари, на АТ с Рекфулом, но он магом играет с Рекфулом и с каким-то престом, короче. А я пока видосы посмотрю. Бля, он, я видел этого Марма, он из Африка. Заебись играет, за Марга. Человек, ридов, я вот скинул. Да потом... там такое, это чисто ПВЭшеры выебали. 5 не человек, ПВЭшер, весь рейд? Да, 5 против 40. А, блядь. А это чё за патч? 3-3. Посмотри, как на офиге 40. На личе 5 человек, 30 да, выиграют. 40. Да. 40 ман, что это будет, блин. Слышишь, Лимон, посмотри, как на офе 40 паладинов играют против 40 ДК. А что? Это на БФА, что ли, смотрел эту хуйню? Да. Здесь смотрел, я даже не хочу смотреть на это. Играли рейтвики, но там, по-моему, там чуть-чуть намного. Весело, не, вообще скучно, хз. 30 ретриков, да, я надеюсь. Все ретрики, да. Нет, там про кого-то запиздил. Или нет, я не помню. Да, протов никогда в жизни ДК там не убьет, блядь, они неубиваемые. Ретрики выиграли, ну накропали вообще там буквально на 40. О, проты, один на один ДК разорвет этого прота в говно нахуй. ДК? ДК, я имею в виду, протова пала разорвет. На ПФА? Нет, нихуя вообще. Не? Нет, блядь, брото, там пал ИГА, а, я понял. Это ж не 3-3-5. Там пиздец, паладины вообще неубиваемые проты. Их надо пиздец. Это как рейд-босс, ты его, ну, минут 40 будет. Это рейд-босс. Он как бы сам не сильно прям пиздит так, но он неубиваемый. Чисто понял, пацаны, блядь, рейд на паладина, нахуй. Манекен, бегущая цель. Да. У него урон небольшой, но у него, блядь, контроля много получается, и выживание пиздец. Ты его просто, ну, за ДК его там некротиками. Это ДК, наверное, единственный, кто вообще его может убить, блядь. В принципе. У него просто некротиками урона хватит его убить. Он, ну, поглощает это хил. Из-за этого чисто может убить. Остальные, наверное, его вообще никогда не убьют. Один на один. Вообще, ну, блин, такой пиздец творится, да, блядь? Да, я не хочу вообще играть, там я поиграл, это был я. Если там все перемещаются по патчам, есть люди, то им похуй. В смысле перемещаются? Ну, я имею в виду, идут много. Пересаживаются на чара? Нет. Нет, смотри. Идут с обновлениями вместе, блядь. Ну, так смотри, вот я играл в первом сезоне Дренора. Тогда были сильные, короче, РМД. Ебать, все играют РМД. Потом второй выходит сезон. Там перемещается из патча в патч. Второй сезон выходит, турбо. Вот все, кто играл в РМД, нормальные все. Все, кто в топе. Все пересели на турбо, понял? То есть там у всех, блядь, есть все чары. Все пересели на турбо. Да я видел там на стримах у них, блядь, и Сирайку там, я не знаю, всю жизнь сыграл магом, а тут вышли Демон Хантеры. То есть, естественно, он, как и все, соответственно, умеете и делает себе Демон Хантера. Так же, как и все. Если, блядь, Акролол сыграл всю жизнь рогом, а тут вышел, короче, патч, который порезал рогов и апнул фералов. Он пересел тут же на ферала, вообще не раздумывая. Да, даже там все перемещаются с одного на другого. Да, потому что они всегда, ну, как бы, ты хочешь, типа, да, идти в ногу, так сказать, с метой, то ты, ну, ты обязан. Или ты будешь играть своим рогой, который тебе нравится, типа, которым ты всю жизнь играешь, но ты будешь сидеть где-то на 20-м месте, блин. Шо по слизням, Лимон, слышишь? Шо по духам. Блять. Хотел мне лезвие, да, приписать, ебать. Мой список. Нафармил. Нихуя, блять. Кстати, умер от того, что агро сорвал, когда из, блядь, из портала вышел. Второй раз от лезвия, ну когда оно, сука, пол рейда разрезало, нахуй.
Ну, просто криво появилось. Типа мы возле передней лапы стояли, ну, параллельно. Не, мне понравилось одни лезвия, когда, блядь, были, нахуй. Я, блядь, поржал, сидел, нахуй, с тебя. Ты меня как иногда развеселишь, блядь, я аж нахуй бывает до слез, блядь. Когда ты нахуй метку выносил, блядь, прям под лезвие, я думаю, куда он понес, блядь, хуяк сбрило, нахуй. В смысле, я один раз от лезвия умер. Ну да, когда ты неправильно выносил метку. Я хз, когда весь... Ты типа выносил за, а надо было перед выносить, потому что там как раз лезвия были, и ты просто не успевал. Я от лезвия один раз умер. Ну, бля, я тебе говорю, что ты так умер. Ты побежал, лужа была разлита, и ты побежал за лужу. Надо было перед ней нахуй разбирать. Ну, хз, я, по-моему, да, я точно видел, как тебя сбрило, потому что я, бля, ржал. Причем один сдох в сумраке. Да, было такое. Кто не сдох, только ты. Да, было. Не, ну вы не видели, как он проходит. Вы его берите с собой в яму, нахуй. Вот, яма вообще мой любимый. Пошли в яму. И будем делать квест, короче. Я магом пойду. Да, и вы с ним сделаете квест, и он по глыбам прям до конца попрыгает. Будешь рубить, да? Можем, понял, что делать, короче, смотри, идем. Идем в яму, понял, и продаем 3 слота оставшихся, понял, 100% закрыть очи, вот эти каски ебучие, понял? Да. 100%. Вот сразу. Так а сколько у тебя? 259 в ПВЕ этим левел? О. У тебя? Ну, блядь, да, что, не видишь, что ли? А чё, трыня и жезл тебе ничего не апнули? Вы же 7-й, 2 апнули. 2 и топ левела апнули. Чё-чё, я? Это голову это уронило. Нормально, блядь. Да пусть лежит, блядь. Кто, Войд? Ну, или да. Шмот в сумках? Войд? Он опять лежит. Зачем на мину наступил? Это как, знаешь, это как фаермаг, бля, щит на себя огненный бафает, и ты такой делаешь чарс, и блядь, ложишься рядом с ним, да? От этих 200 урона, бля. Рывок покинуть тело. Тебе Дживса поставить, не? Зачем он сейчас опять умрет? А там Юля ставила, можешь идти и починиться. Так что лимон вы, короче, решили, блять, слышь? Да вот херово знаю. Ты хочешь ходить на 6-8 боссов в армии поддержки? Нет. Я тоже не хочу. Но, блять, вы же понимаете, что разговор с Артем. Короче, ладно, блять, я понял. Вы. Надо просто Войда из себя вывести, как в прошлый раз, и все. Сейчас я зайду с свиной, буду писать ему, ебать, Войд, ты что терпила, нахуй, ну надо такие рейды, блять, водить. 13 уровень, да? Да, да, ебать. Войд, я скажу, я ему буду писать, слышь, челик, он шо, я напишу, сколько месяцев ты на Сирусе играешь, он скажет 4, я скажу, а сколько раз ты 25 килича вообще ему завидел, и все. Он мне ничего не ответит, да, в еду капсул, пидорас, блядь. Я даже солчата уже, пацаны, подъебывают из-за вас. То вы что-то резко передумали, я хз. Вы же говорили, что вы сделаете, блядь. Наберете челиков, ты лимон будешь резку водить, вот будет целка водить. Это мечты. Чё? Чё, кстати, турбой свернулся обратно? Он же где был? В Иллюжинах? Блядь, потому что я вот честно скажу, какие же люди все наивные. Думают, придут в гильдию, в которой все уже давно сформировано, и их будут тут вот там водить резко, блядь. Будут, ага. То он там статик попадет, блядь. Уятик, блядь, он идут. Попадет, нахуй, разве что. Ну так все же идут с такой мыслью. Ну, сопоёбы только так идут, блядь. Допустим, когда мы говорили, что... Надо идти в гильдию, я сразу говорил, что мы нахуй никому не нужны в нормальной гильдии. Надо идти в средненькую. Вот мы в средненькой. Нет, это не средненькая.
это не... Блядь! Лимон, я тебе еще раз говорю. Вот есть чувак, я с ним познакомился тут, на этом сервере. Суффикс ник у него. Он каждую, сука, слушаешь меня внимательно? Каждую ебучую неделю он убивает 25-ки, блядь, лича. Не с гильдией, так, сука, солчат. Он ходит с какими-то двумя эрлами, он написал ники, я уже не знаю. Я знаю, блядь, Приста сегодня собирал, он убивает. Каждую, ты понимаешь, на солчат. На Т Прист какой-то есть, еще может. В чем проблема? Рейд, давайте с ними ходить. Рейд, давайте. Рейд нашей гильдии слабее, чем среднестатистический рейд олдчата. Ну хорошо. Давай с ними ходить, я пойду с вами в следующий куда. Опять, гильдия, мафия, хорд. Ну, типа, не знаю. А так я их знаю, они меня тоже выгонили. Кричат везде. Короче, у них куча людей в гильдии, прям нереально. Они просто по Next Target инвайтят всех, блин, всех без исключения. У них очень много людей. Вот у меня, кстати, по-моему, туда и звали. А как дебилы, называется? Айхорд как-то, короче. Мафия Хорд. Они все дебилы, кроме одного. У них есть человек 17-18 толковых, которые собираются все вместе, набирают себе солчата и по КД убивают 25-ки. Еще просто по КД каждую божью неделю. Поэтому я же говорю, тот, кто там кричит, что вот там типа все не так плохо, на самом деле все плохо, блядь, потому что среднестатистический рейд проходит больше, чем мы. Так если меня туда возьмут, это заебись, да? Это мне просто туда хотели взять, я не знаю, типа я сказал, что опять покажу. Же в смысле, что значит заебись? Что ты дойдешь за шмот, правильно? Не просто, да, мне сказали, что брентуры, если надо, прям сразу, да? Ну типа без проблем, да, договорятся. Ну, слышишь, мне кажется, когда ты раз на раз, блядь, слизня качнешь, тебе и Войт энролом брейнтроль отдаст. Да не, ну мне-то типа похуй, если я здесь возьму, мне вообще похуй на гильдии, на самом деле. Здесь ты не возьмешь, потому что здесь ЕПГП, там, по-моему, нет у них ЕПГП. Да, тут АДК нету ни у кого, ну. Это минус. Это, а, но если он никому, ну не знаю, ретрики не берут? Какой-нибудь шредер скажет, ебать, мне на PvP типа надо, ебать. И все, у него приор выше, и все. Короче. PvP это как за говна пуля, ну. Короче, я понятия имею, кто там ходит с контролем, мне похуй. Ну, типа, просто тут ЕПГП, то есть тут, чтобы забрать шмотку, тебе нужен, типа, приоритет вообще, в принципе, по этой системе. А там, я так понимаю, у них как в волчате, сролил все, пожалуйста. Сролил все, забрал все, блядь. Не срулил нихуя, значит нихуя. Все. Но они постоянно убивают. Я эссенцию, блин, эту изначалку я не откажусь, нажала. Ну я сролю тебя, да. Бля, я даже много. А кто сролил? Блять, нахуй, я такой добрый. Ой, я добрый, Юля, на две, бля, мне уже похуй. Я забрал то, что хотел. Не поебать. Три, нужна кому? Да. Не надо. Ты, давай рольни, я тебе отдам, я пароль уже. Че, еще рельни? Короче. Питомец надо кому-то, пацаны, у меня есть такой образец. Войт. Я отказался. Войт. Так, подожди, Юля, я тебе дам Реэла или у кого Реэл? Я ливну, вы доберите Кудроса. И... Когда мы пойдем в Зуламан, алло? Не знаю. Вопрос какой-то. Мне уже похуй. Вам уже не надо туда идти, вы уже его закрыли. Когда мы пойдем в Зуламан? К Лимону какой-то вопрос. Ну в смысле не знаю. Я не умею ролить, я там ни разу не был. Я про тебя спрашивал, сказал, если ему ключу надо, мы его провагоним. Твой, давай с ним клуб. Не, он же не говорил про вагоним, он сказал, что типа. Если мульти нужно закрыть, мы его возьмем. Без проблем. Ну, мне не горит, но типа было бы неплохо. Ну возьмут, нет, так нет, когда-нибудь сам с кем-нибудь убью. Ебать, пус легчайший просто. Вы сейчас какой гробницу регаете? Гробницу верни. Короче, Лимон, слышишь? Ты тут? Да. Короче, реально там трэш, короче, вся запара в трэше, блядь, в инсте, все. Не, никакой запары в трэше нет. Все боссы легкие, блядь.
Никакой абсолютно. Прибежал, блядь, до одного нахуй побежал, вайпнулся, до второго побежал, вайпнулся. Ага, вот когда ты первый, когда, если бы ты зашел туда первый раз, блядь, танком нахуй, не знал вообще нихуя, блядь, ты хуй был, куда вообще побежал. Ну да, но сейчас там все бегают тупо так. Нет, ну сейчас да, не, Лимон если попадет, ну, ты понимаешь, он танк. А там похуй, блядь, он побежит за каким-нибудь... Я тебе про другое говорю, он не может попасть в Зуламан, как вагон, не может, понимаешь, если меня взяли первый раз престол, чисто. Ты, он мне сразу говорит, ты так типа знаешь? Я говорю, нет. Он говорит, окей, просто диспель. То Лимона не могут взять. В рейд просто, блядь, щиты кидай, блядь. Понимаешь? Там же тоже должен, блядь, что-то делать. Конечно. Он не тем классом играет, не той специальностью он играет. Он, как вагон, он не может туда попасть, скорее всего. Как танк, может? Как танк нет, может, но для этого так... Не, он сколько у тебя ХП? ХП? Да, он бафе. С премиумом 54 344. Бафе у тебя под 60 будет, да. Не, кстати, у Зулджина, возможно, и затанчишь. Но я не знаю, как Зулджин пробивает. У нас ДК был, да, Юль? 62к вроде. Да, это под всем бафом, с ласками, со всеми. Ну да, под фулл бафом, да, 62к. Но он вообще на изи танчил. Да там вообще на изи все пошло, блядь. Я говорю, там у рейда ДПСа было столько, что... А когда мы ебануться? Пойдем еще вторую кату делать? Юлю ждем, не пойдем. Что там вообще за босс, вы видели? Да, там бомж стоит, как этот, как манекен? Демон. Этот, не как демона. Короче, как какой-то... На гранде, на гранде. Нет? Как его? Нет, он нахуй там, где я сейчас, на полуострове. А блядь, я короче, понял, как у Лока такой... Я понял, блядь, короче. Я понял. Баба, да, такая типа тёлка? Не, вроде мужик, я нет? Хуй. Сейчас расскажу. Я тебе могу сейчас скрин скинуть. То, наверное, значит, на первую кату тёлка. Слышно, на первую кату там... А, не, вообще, как, знаете, как эти такие демоны стоят? Все, я понял. Я говорю, на первую кату... Да я его сейчас соло раскатаю. Бабище, блядь, у него сколько там, 200 миллионов хп, блядь. Хуя себе. Смотри, если на вторую кату... А нет, ты, тут на вторую 60 ты... миллионов. Сколько ты, Курыч, говорил в квесте на рекомендовано людей? 35. Охуеть, блядь. Вроде бы, да? А то у тебя что, нету еще это? Нет, у меня два кристальчика. Ну, Юлю подождем, Юлю там сделал мало. Три. Мне так немного. Три кристальчика мне осталось. Да, 30-35 пишет. Данная задача рассчитана на 30-35. Ну, тут у него... Получается 60 миллионов, но это условно. Потому что если тут есть какие-то фазы-перефазы, так эти 60 может быть 4 раза бить. Как на третью, помните, мы делали? Камень мы пришли, это, типа, да, типа изи кажется, хуяк он превратился еще в кого-то, потом еще КП, и еще, да. Блять, и хуй пойми, да, там сколько да, раз да, он да. обновился. Нет, кстати, блядь, Санёк, эти ребята вообще так нормально, блядь, проносят, вообще на изи. Ну, они, наверное, сыгранные хорошо, во-первых. Я просто, когда здесь человек не тупит, то ну, хули там... Да там бывать? Вообще, блядь, я тебе говорю, на таком легке я пришел, как будто так, блядь. Ну, знаешь, на ППшку сходил, блядь, поржал еще посидели, мы поржали там немного, посидели. И все, и как будто там, блядь, ППшку форманул, пошел, блядь, довольно, до ушей. А? Короче, блядь, не знаю, Зуламан вообще хуйня, блядь. Повыхорд, да, называется? Держи. Ты говорил, Гурыч, что это за дамаг, я же говорю за ДПС. Да, ДПС решает, базара нет, но я же говорю, я был в рейде, блядь, с этими, сука, с шлюхами, с этими порталами, блядь, чиплюхами, как они там. У нас реально средний там левел рейда был 252, блядь, мы не добили 150к боссу. 150к, блядь. Опять же, почему? Я же тебе почему? Писал, потому что, сука, сова сдохла конченая, блядь. Я тебе же писал, блядь, если, допустим, мы били, когда с Юлей ходили с нашей гильдии, мы били, у меня два раза воля прокола на первой фазе, блядь. То, когда мы били с этими чуваками, у меня еще 25 секунд было до второго прока. То есть она прокнула уже на половине второй фазы. То есть уровень ДПС, ты сам знаешь, как быстро прыгнул. И они захиливали с Юлей вообще пиздец легко. Очень легко, прям очень-очень. Если у нас это была проблема,
то тут вообще, и типа, они, понимаешь, еще знают много механик, допустим, таких, как мы не знали. Я, допустим, не знал, что ханты на четвертой фазе ставят змеиные ловушки. А они боссы замедляют? Нет, они ставят под кошку, чтобы она в змейке нахуй эту хуйню вешала, типа, понял? А, я понял. Они же вызывают, типа, да, они же вызывают ДК мобов, и мы в два ханта еще змеек ставили. Мы прошли эту четвертую фазу, там вообще никто не проседал. Ну, она потому что вас никого не била, она мёт этих всяких. Да, да. Ну, мы в два ханта ставили две ловушки. Наплодили, я понял. По змею. Не, был, он помогал. Так а шо я не помог? В два нормальных хила, неужели, блядь, похуй вообще, по-моему, эта кошка и так прохилится. Два нормальных. Тогда когда Юля одна хилила, а второй хил не будет, дело в носу ковырялся. Ей было, может, сложно, рейд проседал. Я же говорю, у нас хилил, шаман их улипал, даже вот когда я с тьмой был. Шаман их улипал, у нас вообще рейд не проседал на этих ветрах, вообще, блядь. Ну только когда кто-то там затыкает. Не, нас проседал даже на первой фазе, помнишь, или когда мы ловим. На ветрах и на рысе вообще рейд не проседал. Вообще. Потому что на ветрах стопали. Да, наши вообще. Не, нахуй. Час, который мы были, для тех улипал, там вообще изи. Нахуя про наши вообще что-то говорить. Там настолько изи было, там все, блядь, просто. Ты понимаешь, ты приходишь, мне даже тактику нет. Мне ничего не сказали, как они бьют, что бьют. У вас водили ветра? Кто словил, тот и водит. А, я понял. Вот мы с плюхами также били. А когда я бил с тьмой, танк водил ее. Не-не, там кто словил, тот и водит. Там шаман словил, он и бегал, еще там говорил вроде в ДС. Я, блядь, когда там фаза, говорит, надоело уже бегать. Да, я же такое, что ты трендел. Ну так, смехом, типа, вообще помню. У нас, короче, друид, ну, в этой, в своем олене, блядь, бегал. А вот когда мы с этим плюхами были, вообще никто не бегал. То есть они, каждый вихрь нас ударяет, откидывает и переключается на другого. И я же даже таким образом, 252-м рейдом, я же мы там оставили вообще панты, там 1% босса мы оставили. А не, у нас сильный рейд был там очень. Там. Ну, это я был 259. И все, ниже не было, нахуй. Были ребята. Какой там ретрик заряженный. Ты че, он на первом месте был? Да охренеть бы бомж, блядь, нахуй. Я уже слышу. Ты сначала сказала, а потом... Да какая разница, снова одета или ты, блядь, твинка? Еще надо квест на кару вам сделать теперь, да? Там что же квест? Молчи, Зара. Там не столь такой важный. Ну да. Там три... Там одна монетка, блядь, всего лишь, и одна руна галимая. Там на рун, тут, слышь, 10 усилков сдаются из лучших. Да? Мне уже, квест. Наверное, усилки, блядь, я тебя уже, может, опахнул. У меня 191. У меня 200. Уже обогнал. Хуеть, у меня 80. Мне, блядь, ты у тебя зато, блядь, брюлей сколько, а мне, блядь, руна Сируса сраная падает. У меня один. Сколько у тебя, или 4? Она вообще, блядь, скоро вся бриллиантовая будет. Один еще был, и три выкрутила уже. 4 уже выкрутила, у меня на лок еще один. Ты ж ебанулась, блядь, или что? Ни одного не выкрутила за месяц. Да она вообще, блядь, везучая. Я вот недавно один выкрутил. Везучая вообще. Это хорошо, ебать. Что ехать, блядь, падает. Хоть кому-то, блядь, везет. Там, блядь, она, может, она он, блядь, по 12к донатит. Может, она там себе какого-нибудь... Шерлок. Может, она себе папика какого-нибудь богатого нашла, там, блядь, по 12к он не брюли покупает, откуда вы знаете? Ну, так-то, да, ну... А можно тоже папика такого? Главное, блядь, клуберс такой, знаешь, с мыслями глубокими. Да, блядь, такой задуманный весь, блядь. Как все хуёво, блядь, они говорят, это усилки 200, по 5 брюлей, да, хуй. А я, блядь, да. Бомжа какого-то ретрика думаю, как убить на арене, блядь, потому что нахуй ебашит сильно.
Приобрести недостаточно средств для покупки. В смысле недостаточно? Вот у меня также с ретриками недостаточно средств, блядь, для убийства. То же самое пишет, блядь. Это жестко, блядь. Вообще жестко, блядь. Бля, надо мувик снять, короче, вместо вот такой... Эту цель нельзя атаковать, вот, вот когда нажимаешь, короче, и надо... Что, вот, ты видел? Типа... Ты видел трансмуты какие там на ДК вообще есть? Какие-то? Говно полное, бля, чё? Такое... Просто пиздец, я ненавижу эти трансмуты, я даже на офи их стороной обходил. Слушай, так тут цена вменяемая, 5к за трансмут. Нахуй оно нужно вообще, я знаю, что там... Да так там трансмут говно. Я знаю, какие на ДК были, вообще охуенные. Сет на приста, который мне нереально нравится. Ну да, для всех заедет. Тут есть какой-то... Тут, короче, блядь... 20к трансмут, как вам, блядь? Бля, если бы они мне написали, спросили, блядь, чувак, какие сеты для ДК вот заебись, я бы им сказал. Смотри. Блядь, ну я бы тебе скрин сделал, но ты ж нихуя не видишь на скрине. 120к, блядь. Смотри. Ты линковать можешь? А как ты его открыл вообще, 20к? Или ты по шмотке каждый посчитал? Хуя не понял. Ну вот, это разве не 20к? Смотри, скрин. Цена там указана. Ну-ка. Ебать, да ладно, такие ценники есть? Ебануться. 20к за 3. А он вообще нашел. На ДК тоже есть такие? Че это? Они не за 20-ку они тебе любой нарисуют, как бы хочешь. Хоть у таких слизней будешь бегать. 20к, слышите? На ну-ка, приста. Ты приста, да, смотрел? Да. Я сейчас посмотрю на приста. Есть фильтры, там есть фильтр класс. Нажмите жрец и посмотрите. Нет у меня такого, блядь. Где ты его нашел? Да ладно, это влияет на это? По качеству. Лояльность, они не тебе. Да нет, не показывается, блять, я тебе серьезно говорю. У меня 13. Нет. А и губку нет. Да, мне тоже не показывает, кстати, сына. Да, мне тоже нет. Кого нет? Этого трансмута. У меня есть пол. У меня есть ключ. Какой-то ключ есть? У меня есть. Я могу. Тихо, давайте я любой ваш. А на ханта. Давай на ханта посмотри. Смотрю. А на ДК тоже покажи потом. Ищу, дорогой. Ищу, ну, за 2к, типа. Есть вообще такое? Нет. Короче, нет, все, что дороже 500. Нет. Есть, нет, да? Нет. А на ДК есть? Ой, ебать, Гуру, что ты там трат, блядь, я пошел. А посмотри на Пала. Смотри, какой. Ну, паладин, наверное, там розовый что-нибудь. Прям такое, прям вообще. Ритупа, блять, актер фильма «От заката до рассвета», Тарантино, я тебя... Вы там долго еще проносите? Нет, мне еще пошли. Один надо. Так, а ну ДК. Рыцарь смерти. Бля, он уже первый, уже красивый. Ебать, ну, что там, все говно вообще на ДК? Мне эссенция надо, как пронесе раздать, но я не откажусь еще от этого. Ладно, вот тут этот жесткий, смотри какой. Сейчас, вот смотри, чужой. Смотри какой, еще покажу. Видел, вот как я ворвался. Смотри какой чужой. Не покажите чужого. Вот первый, не хочу, смотри какой жесткий. Да? Берем Гурского. Лева, да? Все, сделал крест. Да. Сава, давай тогда. Пойти за Гурским. Все, спасибо. Короче, пацаны, у меня нема. У меня только у себя есть. Это же вот это же полная хуйня, надо катлинка. Это скрин. Дайте пати. Боги. Смотри, на чужого похож. Ебать, ну трансмут за 20к, ебать, это сильно. А где он делся? Он пропал. Алло, блять. Он в натуре пропал. Ты че, может, баг какой словил? Он в натуре пропал. Кто пропал? Мой трансмут за 20к, ебать. О, сейчас все зало. Подожди. Ебля, ты отжигнула.
за бред, блять? Подождите секунду, сейчас я ворвусь, я тут кое-что оттестирую. Ой, блядь, я тебе сейчас пута. Он раньше меня летит, мне стан, а он всех сагривает. И что я сделаю-то? Я, сука, тебя черта сейчас отпищу. Иди, Курыч, пропал. Не, блядь. Пропал, блядь. Типа, я ж только что вам скрин делал, алё, нахуй, он пропал. Так а ты на форум скинь, что за хуйня, типа, тут, блядь, было и не было. Нет, чего вы мутите, пацаны, блядь? Чего, да, чего доебали, скажи, блядь? Ты явно вас каплать. О, блин, сейчас охуенно видео скину. Это про баб. Сейчас подойду. Короче, ХС, где она? А, кстати, ну, один раз, да. Как играли? В смысле, как играли? Я они... играли. Я откуда знаю? В смысле, как? Объясни. Проиграли? Да, проиграли. Это не красивые. А. Это вот обязательно всем просмотрам можете прямо сейчас открывать. Да, мне, если честно, пофиг, но по факту херовая арена или там пал говно, она вообще была полная. Ты, Юра. Да? Ну, значит, он играть запало, как бомж ебаный. Пал говно мы чисто не вывезли гиром, потому что не хватает пробить. Если бы гир был, вообще развалили бы на изи. Как сейчас. Да, блядь, зря Юра, блядь, за Павла играет, это, блядь, он не сможет им играть, это, пусть, пусть он в сказки, там, верит, блядь, что там две кнопки, ну, там далеко не две кнопки упало, а их там миллион, блядь. Блядь, минимум шесть этих кнопок. Да каких шесть? Каких шесть, там штук сорок, блядь. Если у меня на ДДКС тут, блядь, 46 кнопок, на паладине еще больше, если надо ассистить, блядь. Для него 46 кнопок, кажется, нереально, не понимает, что это. Бля, вот то этим и отличается, Павла Е. Черт, ты где меньше кнопок, чего доебать? Скажи, блядь, скажи, Лимон, у меня на клаве столько нету кнопок, блядь. Какие, блядь, кнопки? Да за Павлом надо пиздец играть. Честно вам сказать, и от него очень много зависит на арене. Ну, если, ну, либо, блядь, напарень должен все это анонсировать, чтобы не проебаться, короче. Я хз, что там анонсировать, блядь. Диспел, если блядь, хочешь, станы, ну, смотря как играть, нахуй, согласись. Если, блядь, играть на хайрейтинг, ничего не надо ассистить, блядь. Анонсировать, пока ты, блядь, что-то скажешь, уже половину. Ну, вообще, да. Но они сами заранее видят. Я, например, когда играю, блядь, ну, типа, я все анонсирую, когда у кого какие КД, если у Дестера, наверное, Shadow Fury через 5 секунд откатывается, я все анонсирую, то, что сейчас надо держаться подальше, либо full диспел меня прямо сейчас у него, типа, уже откатывается. Что делаем, бурстуем или нет? Ну, тут получится, я в соло буду бить. Что делаем? Как соло, я рублей. Ну, вы сдохнете, блядь, в миллизоне. Как в соло, говорите? Ну, давайте тогда бурсовать. Сдохните, да и сдохните. Где Руспула изи? Пусто моста он дашь на трэше. А, было на последних отправить. Че у вас открывается это видео? Это, оказывается, через мой ВК только открывается как-то так. Твою позже надо дать фиг. Первых-то я забрал бы, а следующих. Главное, чтобы у меня урона хватило, пока ты живешь. Там 5 целей теряет, по-моему. Да, он готовился, нахуй. Не успел, блядь, баблом как КД попасть.
Забили бы уже. 7-2. Хорош. Это не хорош, два маленьких забились. Так я говорил сразу, что вы сдохнете, Нильсон. Мы верили в себя. Все плечо. О, обожаю трэп. А чё, откуда ты узнала, чё вообще такой разговор был, что типа... Салат! Тотем, милик, ёпта мать, бейте контроль! Не заметил. Ты включи сразу. Что я, вы не видите, что ли, что там? Я только в рекламу смотрю. А к чему такой вообще разговор зашел? Я не помню. Ну типа, что делаешь, типа, вообще беседа. Я арене не написал. Че там, че за дверь? Ты что-то пропустил, да? Да я точно помню, что там кто-то слабо играл. Да и вообще это, блядь, считай нахуй нашему сетапу контра, блядь. Дабл диспел, блядь. Дабл диспел, блядь, это вообще. Так я еще тогда как бомж выходил, ёпта, блядь. Восемь, как и Женя, два бомжа, сука. Или я в ПВЕ вообще был нахуй. Да, там Ретрик, блядь, вышел против нас, блядь, 38к под ДЦ, а мы два, нахуй, коллеги, блядь, ёпта, нахуй, с одной ногой, блядь. На двоих, нахуй. Что мы им сделаем-то? Жека, блядь, на Сирусе играет, блядь, в 1050 ресов на Ретрика, блядь. Он выживет против кого-то, ебать, нахуй. В натуре мы вообще Вархант были, ёптана. Ну, нормально, да. Ну, я точно помню, там Ретрик слабый, да. Потому что он, блядь, не диспелил это. ДЦ своего. А был бы Жека, блядь, с рыжим топором, то от этого ДЦ одни кишки бы отлетели. А? Да-да, кстати, он вообще как бомж играет на бане. До сих пор сумки, блядь, 12 ящиков. Ничего, денется, он сейчас на работу пошел, все у него будет. Не очкуйте, на. Скоро пацан будет нахуй взрывать рекаунт, бля. Ну, если всю зарплату будет вкладывать, то да. Да чё всю, успокойся, ему нахуя этот шеем. Купит трыни или выбьет трыни тоже. И, блядь, ему достаточно пухи и все нахуй. Он будет дамажить. Грань сделает, блядь, две трыни, и все, и вар начнет ебашить, нахуй, нормально. Ну да. Да, блядь, ему много не надо там задонатить, он же не будет шем донатить. Все остальное, в принципе, добываем. Я шем смогу только, да, с бонусами этого конца сезона, блядь, собирать. Да и даже с бонусами не хватит. Заебусь, ну. Ты что, первое место решил? Не, если я первый возьму, я шим сходу куплю. Ты не возьмешь, не переживай, блядь. Я не куплю шим на эти бабки. Только мне его покупать, если я один хуй буду первый брать. Там сильно дисбаланс. Не, я... Да не только вар, там, блядь, хватает, поверь. Встретил он даже того же зомбака, блядь. Тоже там, блядь, с паладином, нахуй, в первой кате. Да я с Эвелиной уже пиздился, это пиздец. Он там... Ну,
Да, ты рассказывал, как я Эвелина нахуй ебал. Я с ним подуэлился, это вообще пиздец. Я не знаю, как на арене с такой выдержать. Зубака, кстати, Ретрик там такой же тоже, блядь. Да там Ретрик, блядь, соло может убить двоих, блядь. Если еще какой грамотный там сидит. Такое, я смотрел, Дестер, вот этот Эвелина, пиздец, он зомби ложит, пол хп разом просто. Ай, человек. Я тебе говорю, что Дестрики убивают нахуй хантов на арене, как кусков мяса. Тогда... Там ничего вообще не сделать, блядь. Так этот Антониони тоже никого не может пробить, а лишь... Да, ты уверен, что это Антониони, да? Скорее всего, да, это же его ник там. Это не его ник, у него Джаггернаут, а там какой-то другой ник. Какой там? Он там похожий, такой, но не такой. Нет, это, не да? такой. Какой-то Judgment, блядь. Да, там Judgment. Даже него. Если это типа никого, но на цикле что... такой же никуда. На что реальная цена этого персонажа, блядь, минимум, блядь, я не знаю, 50к, блядь, рублей. Да, да ну, больше. Больше, ну, даже. Там же ШМ первые катки. Там первая ката 7 плюсов, блядь, ШМ на фул. Опять же, отсюда следующее выплывает. 60-70 будет. За что в прошлом сезоне половина ладера была забанена? Именно вот за такую хуйню, что кто-то взял чужого перса и пошел им играть. Поэтому, ну, не прокатит эта хуйня. Поэтому я сомневаюсь, что там это не он. Типа смысл для зомбика уйти вообще ринить, если он понимает еще на старте сезона, что он даже если золотые какие-то награды, он их не получит. Почему? Потому что, типа, чара, типа, в начале сезона передали в другие руки. Поэтому, ну, хз, смысл вообще какой так делать. Мне кажется, там вряд ли. Короче, вот этот челик Mortal X, это вообще подписчик, блядь. Это типа челик, который там у этого Хайпикса на канале постоянно отнадел одно время там модером у него. Он просто давно тут играет, этот Mortal. И, короче... Я, блядь, представляю, как они ебашат на арене. Там урон, походу, вообще... Ну, хз, Хайпикс их убивает по КД вообще. Ну, его, да? Не его, нет. Он раньше играл с другим хантом. Тоже там... Они играли где-то, ну, в топ-10. Патер убивает. Хайбикс его с другим хантом убивал по КД. Не знаю, как с зомбаком они играют. Но... Нет, с зомбаком не потянет. Но... Зомбак, блядь. Тех они убивали. А, подожди, вот я сейчас смотрю, конец сезона. Mortal, зомби, они дисквалифицированы. Да, да. Ну, там они дисквалифицированы по причине того, что... У Мортала в этой тиме не отыграно нужное количество боев. Понял? Сильно, типа, отличается. Монсамурай, Китс. Монсамурай, это Симба. Этот, это Шин. Симба? Да, ебаный Симба. А почему ему не дали Симбе? То, потому что он чара, это ж не его чар, он у кого-то его взял. Ну, а да. Сейчас на нем не он играет? Он. И ему и в этом сезоне нихуя не дают. Скорее всего, да. Просто Пиздец, типа челик ладно. Ну это же заебись тогда. Это вот минус один получается. Так же, как Керосин тоже ему же предлагали. Типа, ему же когда предложили, ну, из Сируса чуваки предложили стрим наш сервер, типа, он же сначала там один день поиграл и забил. Да, я видел, да, его стрим. Он рассказывал себе на стриме, да. А потом, типа, ну, они ему сказали, мы тебе дадим чара, типа, чисто чтобы ты в ладере вырывался. Но, типа, естественно, никаких наград ты лутать не будешь. Даже если ты будешь играть. Типа, почему? За то, что это, ну, не, ну, это не твой чар, мы тебе его дали. А, типа... то есть сам проект дал ему, чего хотели дать? Да, да. Ну, это как ну, рекламный я ход, понял, рекламный, просто да, шум. Да, да. Если тебе там чар, ты просто тусуешься там в топ-10 и регаешь арену. Чизарп. Айзек Чизар получили. Тут мало всего команд полутали в том числе. Пиздец. Так еще бы. Не, так они их же смещали. Да, вообще хуйня, тут, блять. Типа, ну, состав не очень сильный. А мне Олежек пиздец задвигал этот Эвелина с этим, типа там пиздец, блять. И Симба нахуй меня перепиздит, и это там. Ну, смысл, если большинство из ладера вообще не получит нихуя. В чем проблема тогда? Почему я не смогу взять, блядь? Если я Эвелина напишу, блядь, в конце ЦДК, все, блядь, я могу третье место спокойно брать.
Ну да, если сам поймешь. Если в ДЦ я. Ну, я если я найду ДЦ здесь, я смогу пиздить. Если у меня будет фула 9 и так. А чё, с мяло не будешь арене? Ну, бля, в холле ДК не убить. А вот ДЦ я могу убивать. Ну этот урон ёбнутый, честно говоря, тяжело, наверное, будет, хуй знает. Я тебе говорю, что, блядь, ты реса сильно мало. Чё-чё? Корову пролазит там. По текстурам. У меня основная проблема это убить Блэкмора, по сути, с Эвелиной и там зомбиса, и всё. Если... А, ещё ВП какое-то. А, я там ещё ДК-ДЦ, но я ДК-ДЦ точно их буду ебать. Ну, в смысле, там, блядь, да там есть еще кому играть, поверь. Не, да я не буду играть. Да я в ДЦДК, я в холле ДК, да. На последней неделе я сезон, то есть сорваться буду. Но если у меня все хорошо будет по экипировке. Что, буду врываться, чего не... Три тима надо просто разъебать, если я смогу это сделать, будет четко. Им не надо будет килтрипс только доджить, по сути. Одни, сука, гисмиты, их хоть пойти, ну, блядь, сролит. Тебе надо, я тебе могу отдать. Нет. Сразу. Во. Пропнуло. Все? Все довольны? Все, я доволен. Расходимся. Пойду далее.